Всем привет! Вы на канале Baby Go. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Динечка, поздоровайся со своими друзьями. Диня! Привет-привет! Сегодня у нас игра с пальчиками-красками. Можем рисовать не только пальцами, конечно, но и ватными палочками, оставлять отпечатки. Игра позволяет развивать воображение, моторику, сенсорные ощущения. Итак, мы подготовились. У нас вот есть красочки, лист бумаги. И Денис у нас в камуфляже защитном, чтобы не испачкаться. И вот мы уже начинаем рисовать пока пальчиками. Можно рисовать вот ватными палочками. Дэн, давай с какой-нибудь целью. Давай напишем что-нибудь. Или нарисуем. Что ты рисуешь? Что ты хочешь нарисовать, Денюш? Мэ? Вот, ну давайте попробуем нарисовать букву Мэ. Мама поможет нам ватной палочкой тоже. Так, вот у нас получилась синяя буква Мэ. Ну, правда, и плохо видно, но ничего страшного. Это нарисовано ватными палочками же. Облако нарисовали, да? Вот, у нас художество начинается. Какой тебе цвет нужен, Дэн? Зеленый. Ну все, мама может, наверное, остановиться, дать ребенку попробовать самому. Давай, капельки, да? Капельки из тучки. Мама тучку тебе нарисовала. Давай, вот. Супер. Кап-кап. Дождик пошел, кап-кап. Землю полил. Давай, макнем пальчик в зеленую краску и нарисуем землю. Денисочка. Ну или ватную палочку, да. Вот у нас мы такие аккуратисты. А красным цветом мы что будем рисовать? Красным цветом что мы будем рисовать? Букву Б? Давай. А голубым? Букву А. Ну нарисуй хоть что-нибудь, а то у нас это самое получается. Из огня да в полами туда-сюда нас мотает. Давай мы нарисуем. Вот, губочкой можно порисовать, Дениска, видел? Как у мамы получается. Вот у нас какие-то красные пятнышки получились. У нас у облака красные летящие какие-то насекомые, наверное. Из облака дождик идет, кап-кап капает, да, Дениска? Давай ладошкой чего-нибудь, прям засовывай туда ручку и ладошкой прям нарисуй чего-нибудь, Дениска. Прям оставь свой след на этом листе. Давай, мы чуть-чуть тебя разукрасим. Это очень похоже на кого? На осьминога, да, Дэн? На маленького синего осьминожку. Давай нарисуем осьминожка. Во! Такой вот у нас голубенький осьминог, день, да? Осьминожек нарисованный получился. Ну, а что-нибудь еще? Может быть, твою любимую циферку какую-нибудь? Буковку? Вот, смотри, какие у тебя еще есть цвета. У тебя еще есть желтый, который ты не использовал. И черный. Давай, у нас, смотри, красный нарисовали. Зеленый. А, смешай. Вот, черный. Давай, откроем черный. И букву Б, я правильно тебя понял, черный нарисую. А желтым мы что нарисуем? Мы сейчас мама букву Б нарисует. Вот это, что за букву мама нарисовала? Дэн, это что за буква получилась? Б. Давай покажем нашим друзьям. Вот она, буква Б. Молодец. Кап-кап. Вон, мама солнышко рисует. Из-за тучки выглядывающие. А ты все кап-кап продолжаешь. Вот у тебя земелька получилась, да, зелененькая? Землю нарисовал. Кап. Ну, просто экспрессионисты отдыхают, Дэн. Посмотри, у нас как интересно. У нас буква Б. Облако, солнышко, осьминожка перевернута, земля, какие-то красные насекомые летящие, непонятно. Б-б. Ну, супер вообще. Б-б-б. Давай, букву П красным цветом, да?
Ну, одну палочку от П нарисовали. Уже неплохо. Б. А это Б. Все правильно. Динечка, тебе понравилось рисовать? Видимо, очень понравилось. Ну, давай мы продолжим дальше. В следующий раз. А сейчас будем прощаться с нашими друзьями. Вот он, наши красные синие ладошки. Помаши ручкой своей синей ладошкой, попрощайся со своими друзьями. Пока-пока! До новых встреч на канале Baby Go. Подписывайтесь и ставьте пальцы вверх. До свидания, ребята!